Ну давай, Зик, ты же спец, выкладывай. Надо лететь быстро и низко. Тогда Рада Родина не успеет нас вовремя заметить. Оказавшись прямо под Аусмерцером, мы начнем быстрый вертикальный подъем. Это даст нам шанс выжить после первого залпа Одина. Если повезет, мы улетим прежде, чем Один наведет на нас ракеты. На Аусмерцере находятся 3 центра управления Одина. 2 из них контролируют автосистему защиты. Центр Хугин отвечает за орудие на левом борту. Мунин отвечает за орудие на правом борту. Наконец, главный центр Одина управляет всем кораблем. Ясно. Как нам до них добраться? На полу в центре комнаты спрятан терминал. Этот терминал открывает дверь, ведущую к центру Хугин. Нашла. В другие отсеки, оттуда, где вы сейчас, попасть труднее. Открой на терминале схему корабля и поищи какой-то способ туда добраться, Аня. Уильям, найди центр управления Хугин и отключи орудие на левом борту. Я останусь здесь. Попробуй понять, куда двигаться дальше.
Уильям, ступай в эту дверь, найди центр управления Хугеном. Я останусь здесь и попробую выяснить, как попасть в другие отсеки.
Молодец, Уильям. Орудия на левом борту отключены. Возвращайся сюда как можно скорее. Кажется, я знаю, как попасть к остальным целям. Thank you.
Уильям, мне нужна помощь. Поторопись. Я здесь. Уильям, садись в транспортную капсулу на той стороне. Я изменила программу, чтобы нас доставили в верхнюю часть корабля. Оттуда попадем в центр управления Одином. Уильям, садись вон в ту десантную капсулу. Вперед! Уильям, садись вон в ту десантную капсулу. Держись! Я люблю тебя, Уильям. Шахту. Я пойду в главный центр управления Одином. Уильям, с той стороны есть еще одна шахта. Через нее ты сможешь попасть в центр управления Мунином. Тебе нужно добраться туда и отключить орудие на правом борту. А я пробираюсь в главный центр управления Одином.
war das für ein Geräusch? Уильям, орудия на правом борту отключены. Можешь вернуться в зал развертывания войск и залезть наверх по механической руке. Я у входа в главный центр управления Одином. Там полно народа. Иди сюда как можно скорее. Thank you.
Видимо, это главный центр Одина. Я уже иду, Аня.
Генерал, теперь ты старая и немощная, и сегодня твой судный день.